аккуратно все подбирали. Мир, иди посмотри. Мира, иди посмотри. Я как зарезать воду? Видишь, пойдет плавать. Он что, вода? Давай, Мишка, подождем. Где дети? Идет и правда показательно. Такой грациозный. Давай посмотрим, что с ним будет. Бодрый, да, такой? Она знает, что здесь должна быть еда. Вот. Красавчик. Ой, попа. Не успела. Мам, погоди, сейчас он к тебе повернется. Давай фоткай. Ага. Там мяска нету. Вот он сейчас в воду залезет. Мама, у него еда будет. Если в воду залезет, то фоткай не берет. Малыша, а что они не кормят? Что-то он не хочет, да? Мишка. Он лучше ворон съест. А может сейчас на снег пойдет? Он идет. Он идет. Он идет. Он идет. Он что, по стене хочет залезть в воду? О, может, а может залезть? Да не туда человек не выйдет, он просто откроет, бросит ему и все. Да что он боится? Не хочет лапки мочить. Наверное, был в арк сходил. Там сразу залезли. Вот льдину раскачивает, да? Давай. Тише, я просто хочу. Это от морды. Он просто ее туда и круги расходят. Мне кажется, не просто положили. Там что-то в воде, видишь, там что-то спрятано. Наверное, вот там. Вот, давай. Давай. Да сейчас он будет плавать. Нет, не зеленый, он вот туда ближе, посередине. Как будто вот такой же шар какой-то спрятан. У них же очень сильное обоняние, они слышат. Это за 6 километров. Да, смотрите. Все, кажется, он не собирается вот здесь. Посмотрел. Черт, может видеть там, как и видит? Ну да. Нет, он может нюхать. Хотя, в принципе, но по воде он не может нюхать. Не может. Он, по-моему, стоит, да? А что тут можно делать? Ой, поймал. Нет? Лапкой, мам! Да, сейчас достанется. Ой, человек. Какой это было очень смачно. Что-то он не хочет. Мам, ты слышала, когда он прыгал? Прям все так ахнули. Надо все проверить, удостовериться.
Видишь, какой у него нюх даже. Ничего он там взял? Фоткай, не фоткай, нашел. Фоткай. Да солнышко, ничего не будет видно на фотке. Солнце. Она живая. Живая. Смотри, если... А ворона уже тут хоть чуть-чуть. Тебе обидно. Еще думаешь, что я выплыл, а потом ухватил. В лапах держал. Он ее выкинул. Ну, пока, видимо, выплыл. И сейчас прыгнет опять. Ушла все равно. Да не поймал. На коготке держит ее. Подальше лапец. Смотри, ворон сидят. Обалдеть. Классно, что ему оставили вот так именно. Живую, да? Смотри, как раз в тарелке. Один раз укусил, уже пол рыбины нет. Смотри, я видел и рыбу с земли. Ну, мама, идем, идем. Хорошо, что дали папу. Да. Можно? Ты хочешь спуститься? Да, это самое главное для них. Пойдем, 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 он того слышит, видишь, того медведя. Ой, какой у него, как Микки Маус, такие ушки. Но она мордочка гладкая. Интересно. Интересно, что он еще донесло, да? Да, на балкон спускается. А вон, смотри, лезет. Я думала, тут вода должна быть. Вон она поближе ходит. На зализаде еще. Надо же, это же что-то значит, это красное лицо. Как
такое надо. Кошачий лемур. Я сейчас повызову. Не знаю, вот сюда хорошо видно. Или нет? Да. Смотри, как я некрасив. Это ваш детский сад, да? Это вчера у меня такое было до. Да нет. Да вот там еще живет одно производство. Пока. А это что, не обезьянка? Это обезьянка. Что у них клетки еще живет в инфаркте. Интересно, они не агрессивные? Ну, я думаю, будут ухищаться. Не, но они нападают. Ой, там еще один. Где?